В этом году центральное событие торговой жизни Архангельской области проходит с 21 по 25 сентября. Оно приурочено к году экологии в Архангельской области. И, как обычно, включает в себя деловую, торговую и культурную программы. На последнюю заявлены порядка 30 творческих коллективов. В культурной части ярмарки город Котлас будет представлен проектом Дворца культуры «Краса Северного Трехречья», в рамках которого пройдет демонстрация коллекции модельера Натальи Зотовой «Северный стиль», «Советская эпоха», «Жемчужины Севера», «Городской стиль». Выступят коллективы «Кураж» и «Арт-Соло», а также ученица школы искусств «Гамма» Полина Подсекина. Напомним, что Маргаритинская ярмарка проводится уже в 12-й раз и имеет статус международного мероприятия.